Здравствуйте, это Анапа. Сегодня 11 декабря 2018 года. Я нахожусь в сквере боевой славы города и города воинской славы Анапа. И здесь сегодня состоится мероприятие, посвященное памяти погибшим в локальных войнах. Так, где? Игорь, где? Он же сам. Все, остановись, принимайте. Все. Это самая настоящая гражданская война. Когда соотечественники, бывшие соседи, друзья, одноклассники, начали беспощадно уничтожать друг друга. Война срывает маски с человека, делая его прозрачным, таким, каким он есть на самом деле, без грима и ретуши. Если в любой другой ситуации человек способен притворяться, то на войне он остается самим собой. Всегда очень тяжело и очень волнительно говорить что-то о войне, когда сам являешься участником этих драматических событий. Война – явление жестокое, бесчеловечное и противоречивое. Когда недостаток профессионализма, а порой подлого предательства, приумножают печаль потерь. Это все граничит с безупречной преданностью, верностью, отвагой и верой простых солдат. Жизнь, она уже сейчас расставила все на свои места. И мало кто из нас вспомнит имена правозащитников, бездарных политических деятелей и военно-начальников, которые делали себе карьеру на крови. Однако не во имя, а вопреки всему, ежечасный подвиг воина, положившего жизнь за други своя, навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти. Сыновей бессмертен. Мы обращаемся ко всем. Берегите матерей. То, что может мать, не может никто другой. Низкий поклон вам и наше признание. Слово предоставляется матери погибшего в Чечне Антона Доронина, Елене Робертовне Дорониной. Знаете, какое самое страшное слово в нашей жизни? Это слово «никогда». Никогда наши сыновья постучат в дверь и не скажут: «Мама, не волнуйся, я вернулся». Никогда мы больше не увидим светлый глаз своих сыновей. Они не прятались под нашей руки. Они не прятались за плечи отцов. Они пошли выполнять свой долг, и я сегодня хочу говорить о памяти. Мне показали фильм, который сняла любительская киностудия здесь, в Анапе, о том, как поднимают прах наших погибших ребят в нашем районе. И как спасибо полку, который помогает и дает солдат на эту работу. Они все делают за свои кровные, даже на бензин им никто не дает денег. Когда эти мальчишки из картона клеют гробики и укладывают туда кости. Можно смотреть это без боли? Тогда предложили снять фильм о наших ребятах. Они достойны светлой памяти. Но снять этот фильм без помощи администрации, без помощи всего населения города, это будет невозможно. Потому что нужно будет поехать по всем отрядам, где служили наши больше 20 ребят, поговорить с их командирами, поговорить с солдатами, которые с ними воевали, и только после этого делать фильм. Все, что у нас есть у родителей, мы вам дадим, Лев Кимович. Но без помощи города это не сделать. Сегодня спасибо могу сказать
администрации, что пошел процесс присвоения имен наших мальчишек улицам города. Но если бы не случайно проехавшая коллега увидела, что там есть улица Антона Доронина, я бы об этом не знала. Неужели нельзя было сообщить матери, что именем твоего сына названа улица, и я бы туда пошла цветы сажать? А есть улица Юрия Веремеенко, есть уже улица Антона Доронина, есть улица Карпова, а мамы об этом не знают. Я вас очень прошу, память нужно хранить. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Раз в год мы собираемся здесь и скорбим, а это скорбь в наших семьях ежедневно. Спасибо всем. Где же праведные упокояются? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесное и оставление грехов их. У Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим, подай, Господи, Господу помолимся, о Господи, помилуй. Боже, духов и всякие плоти, смерть по праву дьяволу, праздневый живот миру Твоему даровал, и сам, Господи, упокой души усопших врагов Твоих, всех убиенных вождей и воинов, в войне чеченской жизнь свою за веру, правду, отечество и други свои положивши, их же имена Ты сам весь и Господи, упокой их вместе светли, вместе злачни, вместе покойни, отнюдь уже отбеже болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими словом или делом, или помышлением, яко благи, и человека любит Бог, прости. Закончено. Атаман Анапского районного казачьего общества войсковой старшина Плотников дает последнее распоряжение. Всем Бог, ты бы мог. Здесь можно, пожалуйста, дело коридор не проходит.